Начнем теперь смело делать те работы, которые я перечислил уже, начнем делать в ближайшее время. Сейчас только нужно определиться. Конечно, в бюджете в этом году не прописано ничего, но тем не менее мы ожидаем дополнительные источники. Мы их уже видим, и при распределении средств на Совете депутатов мы, наверное, уже учтем, чтобы была возможность как-то профинансировать хотя бы какие-то первые работы внутри помещения. Поэтому я благодарен, позвольте мне выразить благодарность губернатору Ленинградской области Валерию Павловичу Сердюкову, что он поддержал и оплатил полностью из бюджета Ленинградской области ремонт кровли, капитальный ремонт кровли. Мы не просто залатали, мы сделали новую кровлю, которая будет десятилетиями теперь нести свою нагрузку, функцию. Вот. И конечно, поблагодарить всех, кто принимал участие в этом ремонте, конечно, наших подрядчиков, компанию «Прогресс», которые не дожидались предоплаты, не дожидались каких-то преференций, а как только узнали, что вышло распоряжение губернатора, вот мы пообещали, что мы вовремя рассчитаемся, компания вышла, развернулась и быстро, качественно сделала этот ремонт. Надеюсь, что мы с этой компанией в будущем тоже будем связывать какие-то наши новые направления в работе и понимаем, что это местная компания, которая качественно работает, а сегодня это вот как бы дорогого стоит, чтобы найти хорошую компанию. У нас есть неудачные примеры, когда приезжают из других регионов, с Петербурга, еще откуда-то выполняют работу, а потом мы, к сожалению, вот, находимся... Мы можем смело дать, да, гарантию на данный вид кровли. Эта крыша простоит 50 лет. Кто больше? А вы записываете. Представьтесь, пожалуйста, нам для... Я руководитель подразделения службы по строительному контролю группы компании «Прогресс» Мамедов Рашид Владимирович. Хотелось бы отметить, несколько слов сказать по мере проведения работ по устройству кровли. Значит, мы столкнулись со сложностями, погодными условиями, да? Поэтому весь объем кровли был разделен на захватки, и мы кровлю, все конструктивные элементы, все меняли по захваткам, дабы исключить возможность протечки во время погодных, неблагоприятных погодных условий. То есть на всех этапах проводился строительный контроль по всем видам работ. Вот, значит, поэтому мы имеем сейчас такое качество. Все было сделано так, чтобы... Согласно требованиям строительных норм и правил. Да, то есть процесс не останавливался во время ремонтных работ, тренировки все проводились в полном объеме. При этом мы заручились поддержкой проектной организации, ЗАО «Научно-исследовательский институт», СЕФ ЗАП «Строй реставрация». Специально заказали проект, и по этому проекту мы и работали. Кроме того, нашей подрядной организации был разработан проект производства работ, дабы, скажем так, наши специалисты не нарушали технологический процесс капитального ремонта. Поэтому все сделано согласно требованиям СНИП и проектной документации. Еще один вопрос. Кто-то из ваших детей занимается здесь в спортивных секциях? К сожалению, дети выросли. Дети выросли, да. Но хочу сказать, внуки, что раньше... В Петербурге. У кого это дети выросли? Дети выросли. Хочу сказать, что я сам в этой школе, будучи еще, наверное, в шестом классе, начинал занятия, как сейчас помню, по легкой атлетике. Вот.
И воспитала мне эта спортивная школа до той степени, что я имел в те годы первый взрослый разряд по спортивной ходьбе. Считаю, что это большое было достижение. Виктор Николаевич, хочется поблагодарить наше руководство, конечно, губернатора Ленинградской области, наше местное руководство в том, что наших подрядчиков, которые в кратчайшие сроки сделали капитальный ремонт крыши полностью. Могу добавить, я следил за этими работами, я же специалист, но следил за их работами. Листы 14-метровые, да, полностью. Раньше была крыша, у нас состояла из трех. Допустим, 14 метров было порезано три составных части. Сейчас целиковые листы, что дают, меньше будет выдавать утечки. Капитальная крыша, я вылазил на чердак, смотрел, каждая обработана, каждая дощечка обработана противопожарной безопасностью. То есть качественная работа выполнена на 5 баллов. Поэтому сейчас мы надеемся еще сотрудничать дальше с этой фирмой, потому что необходимо будет делать проводку полностью по чердаку, потому что та старая проводка, она просто вышла из строя. Будем сейчас составлены сметы, ну, будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Пользуясь моментом, хочу вас пригласить всех на соревнования, которые у нас каждую неделю здесь проходят. От 11 февраля у нас здесь будет первенство по гандболу, посвященное первому директору Лойко. Затем в следующей неделе, 17, 18, 19, у нас региональный турнир, посвященный памяти Сюдюка. Это человек, который секретарь комитета партизанского отряда, который освобождал город Кингисепп, здесь захоронен. Вот, и воинов, павших в локальных конфликтах по вольной борьбе. В следующей неделе у нас соревнования областного масштаба по тэквондо. Вот представьте, какая нагрузка на здание, и благодаря вот сейчас мы то, что крышу сделали, мы можем провести вот эти 3-4 соревнования высокого уровня. Всем большое спасибо. А внутренний ремонт сколько займет времени? Ну, не знаю, даже что здесь. Виктор здесь Николаевич, вопрос. Ну, я же говорил только про это. Вы не слушали? Слушала. Насколько денег? Здесь нужно отдирать.